Знаешь, я тут долго думал над одной вещью. Мне кажется, додумался. А я пойму? Уверен, да. Ты знаешь, наша планета, она действительно плохо. И когда нас сочиняли, родители нас не спрашивали. Хотим мы сюда, не хотим. А здесь по большей части грустно. Так вот, я вдруг понял, что единственное оправдание человека — жизнь. Это помочь другому. Хух-хух. Нифига. Вот. Все. Два момента таких. Банально. А вот пиздец, ебать, нахуй, террористы, блять, нахуй, красиво напишут.